зачем вообще дьявол ходит по земле в человеческом обличии. Я понятия не имею. Возможно, он и сам не знает. Может, он просто переходит от тела к телу на протяжении всей истории в поисках мертвых душ. Я знаю одно. На земле он слаб. Его силы ограничены. Ему нужны помощники выполнять грязную работу. Так что он находит их или заводит, используя свою силу, величайшую силу сделки. Мой сон и
смысл жизни мой поймет не каждый, ведь не каждому дано летать. И услышат люди, как однажды будут рифы души разрывать. Не сломать на сыне сбить дороги, пока не сдохнем и там будем играть. И несмотря на все идем и дальше, плоть металла все зрено прожигать. Heavy Metal, Heavy Metal, Heavy Metal, Heavy Metal. Слугам его.